Тысячи школьников со всей страны съехались в Москву на главное новогоднее представление, на кремлевскую елку. Среди столичных гостей – отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов и юные герои, которые, рискуя своей собственной жизнью, спасли чужие жизни. О ярких эмоциях и желанных подарках Ольга Мещерякова. Уже познакомились. Шестеро отважных, еще совсем маленьких, но уже настоящих героев. В игрушечный телескоп новогодний подарок просматриваются большие перспективы. Вырасту, я хочу стать спасателем. Десятилетний Кирилл Журавлев из Бурятии немного стесняется. Столько внимания. На лацкане пиджака совсем по-взрослому медаль за спасение человека. Это случилось в феврале. Вот они с товарищем идут по замерзшей реке. Треск льда, крик. Лучший друг проваливается в полынью. Кирилл бросается на помощь. Это было нелегко. Я не думал о себе, я думал о своем товарище. 8-летний Гусейн Раджабов из Дагестана спас девочку, которую уносило течением по горной реке. Мне было очень тяжело. Я не сдавался. Я и вытащил ее. И немножко отрешаешь сам себе. Вот еще героические мальчишки, братья Денис и Андрей Любимовы из Омска, просто шли со школы, увидели дым из окна горящего дома и женщину с ребенком на руках в этом окне. Я выбил окно, помог вытащить ребенка и вывел ее на улицу. Только отошли, и взорвался баллон газовый. Все втроем резвятся по льду застывшего озера. Спасенные и спасатели. Ребята с Сахалина. А тогда весной пошли смотреть на чилимов. Это северная рыба. Как маленький Кирилл провалился через прогнившие доски моста, даже не поняли. Услышали только крик. Он упал в воду и не мог выбраться. Его засасывало. И мы с Глебом спасли его. История Светы Лебедянцевой из Калужской области. Это было страшно, но самое главное, что моя подруга жива. О своем героическом поступке Света рассказывает одноклассникам. Рискуя жизнью, она спасла подругу, которая, случайно оступившись, упала в колодец, скрытый в траве. Увидела бетонную палку, за нее схватилась рукой и начала ей давать руку. И я ее тянула минут 15. За героизм, смелость и решительность все эти ребята награждены грамотами и медалями. И этот праздник, и кремлевская елка, и Москва, украшенная по-новогоднему, сегодня, конечно же, для них. Ольга Мещерякова, Анна Колк, Егор Жильцов, Анатолий Игнатов. Вести.